Жерлица одна просто улетела. Оу, всем привет! Всем привет! Это наш второй побег из семейной жизни. Практически из семейной жизни. Да, сегодня мы с жерлицем. Первый раз были балансиры, а теперь жерлицы, балансиры. Мормышка, короче, все, что только можно. Что было дома со снастей зимних, то изгребли и пошли на рыбалку сегодня. Опять мы встречаем зимний рассвет на нашей второй вылазке. Выехали, как обычно, рано, на 5:20 на автобус. Мы наконец-то выбрались на жерлицы. То не было живца, как поймать, то не было времени, то погода не позволяла. Мы уже в 22 сходили один раз, нарыбачились. Ну а как начало сереть, светать, мы расставили жерлицы. Ну а теперь как бы нормально получилось по времени. Получилось поймать чуть-чуть живца, который передох в половину дома в канистре. 2 февраля сейчас. Так, как раз самый разгар глухозимья. Он сработан одна, я... А, не. Где? Не-не-не. Показалось в фотик. То одна за другой просто. Итак, у нас сработка, да, чего его бежать? Ну вот, катушка стоит как конь перед травой. Да, как вкопанная. Есть. Вот что значит не спешить, да? Потихонечку, не спеша, мы творим чудеса. Вот он, первый щурь. Небольшой, но... Да. Это щука! Но есть нож, а... четверть поводка у нее во рту уже. Да, минус один живец получается. Вот такая вот наша такая первая. Такая пятнистая, прям вообще зачетная. Красивая. Аккуратненько получилось. Вот такой вот наш первый. Первый щук. Первый щук уходит жить дальше. Да, он будет нас радовать на спиннинг потом. Это намного интереснее. Мы поймали первую щуку. Получается, у нас всего 11 живцов было и 20 жерлиц. Теперь у нас 10 жерлиц стоит и 10 сушится. То есть получается, сейчас, наверное, разделимся. Я попробую поймать белую рыбку, а Роман будет пробовать балансировать. Ну, чтоб уже все охватить по полной программе. Есть. О-хо-хо-хо. Такой монстр попался. Свершилось наконец-то. Спустя 1.5 часа поисков получилось поймать вот такого окуня. Пойдет на живца в самый раз. То есть теперь будем надеяться, что это не первый, не последний окунь, как это бывает на рыбалке. Вот такой вот малыш. Сейчас на жерлиц его сразу, может быть, зарядим. Вот на вот такую мормышечку с одним мотыльком взял. Роман еще одного выловил окушка. Но не клюет больше ничего. А нам надо. Надо. Ну что, Роман, можешь сказать? Да что ж, ничего я не скажу. Не клюет, как обычно у нас. Роман только что хитрого окуня поймал из вот этих веточек. Одного. Хочет поймать второго. А надо десяток. Хотя бы. Поймать бы уже десяток, заправить жерлицы, и тогда можно было тупо балансирить, ходить. Ну, блин, щуку сегодня увидели, и то хорошо. Две. У меня уже глаз типаться начинает. Сейчас немного расскажу, как мы снимаем под водой. Нам надо крышка, изолента и вот такая палка длиннющая. 2-2.5 метра. Так, шо? Самое главное, крышку не забыть поменять на...
О, Роман поймал только что. Это хорошо. Это очень хорошо. Меняем крышку на GoPro-шке. На водонепроницаемую. И приматываем скотчем где-то вот так вот, чтобы... Получается, вот эта часть упирается в муляку где-то вот так вот. Ну, а камера себе как раз снимает то, что находится на дне. Кто-то, может, что-то лучше подскажет, говорите. Вот так вот. Надо хорошо только заматывать, потому что сейчас GoPro, чтобы купить, надо продать квартиру или машину. Ну, или мопед. Велосипед так точно. И на жерлице у нас клюнуло... Клюнуло 5. Поймали 3. 3. Реализовали 3 поклевки. 2 было такие... Ну, щучки. Шалтай-болтай, да. Посмотреть можно. И одна вообще такая маленькая. Ну и то приятно, хоть рыбу. Для нас что такое? Мы если вышли на рыбалку и увидели рыбу, это значит все хорошо. Рыбалка состоялась. Ну а в основном ничего не ловится. И клевать вообще рыба не хочет, она неактивная. Значит, выбурили лунку на меляке, там метра глубины. Я в нее заглянул, стоял окунь где-то примерно вот такого размера. Там мормышка ему чуть ли не по носу дал, он ее понюхал, отвернулся и ушел. У нас не было примерно час, и за это время вот одна сработка. Вымотала всю леску. Что-то есть. Но это может быть, она затянула куда-то в водоросли в кувшинке. Я не знаю, сколько у Романа метров 20, наверное, идет. Так что еще не запутать, что это дело. Вот такой итог. Вымотала всю леску, утащила и выкинула. Вышли, порыбачили рыбу, увидели, рыбу сняли. Так что... Рыбу даже трогали руками. Да, голыми. Мы голыми трогали рыбу. С самого начала хотели ставить жерлицы в другом конце этого озера, этого заливчика. Там осенью именно по открытой воде щука более лучше ловилась. Но потом из-за того, что глухозимие, решили вот переставить их сюда, в этот край. Тут все-таки канальчик протекает, идет свежая водичка, воздух, все дела. То есть мы подумали, что будет более активно в этом краю ловиться щучка. Ну, половину жерлиц оставили здесь, окунь клюет там, так что остальную половину, думаю, если получится поймать еще живцов, то поставим там, где хотели изначально. В том году, кстати, работало, вот это место работало, в этом месте мы тоже вот так ставили жерлицы, это клевало. Несколько щук мы с этого места, вот самого тупичка, поймали. В этот раз, в этом году как-то потише. Ну, в принципе, еще не конец дня, может, еще все будет очень даже неплохо. Мы уже знали по первому разу, чем заняться, тормозком там все дела. Давай, расскажи, чем ты накидался. Пирог с изюмом, с орешками, вареньем. Да, когда поймали 4 живца, переставили жерлицы в другое место, потому что тут клюнула щучка одна. Вот сработка. Жека погнал на ту сторону озера посмотреть остальные 10 жерлиц. Как раз случилась сработка. Ну, пока катушку смотрю, не мотает ничего. Ну, а там сейчас посмотрим. Может, холостая просто. Ага, мотает что-то. Опа, есть. Такая щучка. Такая щучка, такой маленький кусочек, как бы все равно третья за сегодня. Если тут отметины, ну не знаю, чего они, то ли ото льда, может, сейчас ширканула, ну такое похоже на большие зубы. То есть озеро большое, присутствует
вроде хищник, но почему-то сегодня он, как обычно, у нас молчит. Все, пусть живет. Пузатая с икрой, мамка, видать. Только что он опять была сработка. Покусана так хорошо. Живец крупненький, конечно, но. Да. Ну зубы тоже как бы тоже не маленький он. Опускаем уже. Может еще что-то будет. Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, на группу ВКонтакте. Да. Все там, ссылки под видео. Там конкурсы, призы и все такое. Да. Все, до следующего. Встречи, раза. Видео. Пока. Да. Всем пока. Давайте.